Чуба-дуба-дуба-дуба-па-па-па-па-па. Нормально. Всем добро, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы поиграем с тобой в игру под названием Not All There. Это хорорец, возможно, хорошец, возможно, говнец, я не знаю. По скриншотам вроде бы должно быть интересно, а на деле может быть пора ше... Но увидим, как обычно. С такими маленькими хорорцами никогда не понятно, с такими маленькими хорорцами никогда не угадаешь. Они могут быть гениальными, могут быть лучшими, шедевральнейшими на свете, а могут быть... Почему пол отражает? А, типа, дождь был? До свидания. А чё вы отсюда уезжаете? Я думал, здесь хорошо. А, пол помыт. Давай, пока, дружище. Был рад тебя увидеть. Это по кругу гоняешь, что ли? Ты дебил. Остановись! Остановись! Ладно, не остановишься, я понял тебя. Ну, похоже, это хорорец все же говнец, на самом деле. Но может быть и нет, может быть и нет, увидим. По отзывам просто он должен быть достаточно страшненький, немножечко криповенький. Тут какой-то челик просто гоняет такой на стоянке. Ну ладно, почему бы ему не погонять, в принципе. Его дело. Он что-то там еще рыгает, пока едет. Так, тут у нас электричество. Электричество, наверное, меня тоже убьет. Надо будет его выключить. Но с этим мы потом разберемся. Пошли вот так вот. Беги, кролик, беги, беги, беги. Сказано мне на стене. Ну ладно, хорошо. Он, видимо, стену кто-то закрывалил. Я могу здесь выключить как-нибудь это все? Нет, не могу. Но электричество меня, скорее всего, убьет. Пойдем вниз тогда. Скорее всего, нам машина типа мешает, и нужно пробежать мимо нее. Тут написано, кстати говоря, не заходи туда, но я все равно зайду. Здорово! Перепосмотрел. Оверлукт. Здорово, мужик, что сидишь? Он такой сидит, знаешь, типа такой. Да. Я жду тебя здесь. Хорошо. Ну, это, добрый вечер. Ну, ты заставил меня дышать активнее, но мне типа пофигу. Ну, умер, умер, мужик. Капец ты, конечно, стену заговнял, мужик. Ну, вот это ты, конечно, даешь, нахуй. Уборщица, между прочим, убирать потом придется. Тебе не стыдно, нет, дед? Тебе не стыдно? Ну, ладно, теперь этот дед из дед. Предатель. Написано на стене. А кто предатель? Я предатель. Ты что, собака? Кто предатель? Я не предатель. Опа, электричество выключить могу. Е тянуть. Е тянуть. А, понял. Е использовать. Бляха, как трудно управлять. Ага, понял. Понял, хорошо. Ага, я так понял, мне нужно в обоих местах, да, использовать это. А часы что? Ебалой, часы что-то. Машина, кстати, уехала. Но, видимо, это мужик высадился и побежал дальше куда-то. Здорово! Слышь, а что ты там? Нет. Собака, прячься от меня! Это Петька! Петька! Дебил! У Петьки проблема с головой, он постоянно бегает по стоянкам и людей пугает. Это Петька! Ну да нормально, Петька! Ну Петька! О, стоп! Мужик, кстати, воскрес. А, не, мужик не воскрес. Петька, Петру! Ну мы же с тобой нормально общались, что за хуйня началась? Петя! Ну задолжал я тебе сатыгу, ну и что? Спасибо. Петька, это, слушай, ну я, да, я задолжал сатыгу, я не виноват. Ну серьезно, я не виноват, я все верну. Я все верну, Петрух, не ссы. Это он мне намекает. Петь, ну это ты уже перебарщиваешь. То, что я тебе не вернул сатыгу, не причина себя убивать. А я просто у Петька, когда в гостях был, я у него наговнял все, поэтому он на полу вот это вот все рисует, типа напоминает мне о том, что я грязну. Ну, Петя! Ну какого хуя? Ну, Петя! Нормально же общались, зачем тебе это? Ты у мужика, блядь, ноги откусил! Сука, студенты! Ну то, что ты студент, не дает тебе права есть людей, понимаешь? Да, я понимаю, еды нету, да, я понимаю проблемы. Но соточка, это не так много. Зачем людей-то жрать, собака? Петька еблан. У Петьки ненормально все с головой, что это как? Закрыли дверь. Петрух, ну ты это, тут у того, понимаешь? Ой-ой-ой. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дай-ка я въебусь. Петька сел в машину и сгорел. Оба здорово. Блядь, подожди, а зачем? А! Ладно, давай пойдем в следующий хорорец. Так, новый хорорец, который я тоже нашел. Прошлый хорорец был маленьким, поэтому я решил сделать два хорорца за один видос. Этот хорорец вроде как должен быть неплохой. По крайней мере, по идее. По комментам, этот хорорец должен быть хорошец, но прошлый хорорец был довольно-таки говнец. Дерево. Approaches. Игра называется. Графика как в PS1. Я не знаю, нравится тебе такая или нет. Мне, в принципе, нравится, потому что она криповая. Я, видимо, вылез из клетки, потому что я собака-псина. Понимаю. Понимаю. Прям как дома. Че такое? О, пивас. Найс. Пивас это замечательно, наверное. Не знаю. Каркарыч орут. Так, я могу тут что-то писать, окей.
Что-то запустил. Люблю. Люблю работу в лесу. Блин, какие горы огромные, слушай. Ебать, какие горы огромные. Слушай, горы реально выглядят очень-очень пугающе. Они какие-то настолько огромные, что обосраться. Так, тут что-то у нас, ну-ка. Давай, я как настоящий программист буду просто... Просто буду тыкать по клавишам, пока все не сработает. Я думаю, я знаю, что я делаю. Я просто тыкаю туда-сюда. Ладно, пойдем дальше. Разберемся с этим потом. Пошли сначала наверху, посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Наверху у нас антенны. Ага, я тут работаю, видимо, каким-то исследователем или что-то такое. Я могу бегать просто и нажимать на кнопочки. Это моя работа. Ага, я могу еще здесь что-то сделать. О, я понял. Кружочек. Ага, кружочек не надо. Наверное, горы надо, потому что оно похоже на горы. Видишь, вот эти горы похожи вот на эти горы. Я думаю, что это оно. Блядь, какая ты страшная. Слушай, эта гора реально такая стрёмная. Какого хрена? Почему? Где я вообще? Внизу я ничего не вижу. Алло, прием! Я нахожусь хер знает где. Вокруг меня хер знает что. Не уверен, что я хочу жить на этой работе. Что? Что? Почему все трясется? Почему все трясется? Такое чувство, будто кто-то идет. А кто идет? Так, ладно. Тут я тоже могу что-то переключать. О! Что-то заработало, наверное. Что-то там пибинкнуло, наверное, это хорошо. Нет, не знаю. Так, кто-то перестал идти. Я, наверное, что-то сделал правильно. Бляха, я не понимаю, что происходит, но это немножечко... Ага, я понял. Давай треугольник. Теперь оно как-то выглядит... Знаешь, тут ничего не происходит. Но тупо из-за этих гор мне страшно. Мне постоянно кажется, что из-за этих гор вылезет сейчас какая-нибудь херня. Типа такая... Эй, здорово! Тебе пизда. Давай я тоже треугольник здесь поставлю. Нет, неправильно. О, квадрат. Квадрат ты дынкнул. Значит, наверное, должно быть все хорошо, если ты дынкнул квадрат, нет? Да чего ты, Дарэн? Что вообще надо сделать? Как работает этот пазл, я не очень понял. Выпьем! Ненавижу пивас. Пойду обратно кор... Кто-то идет быстрее! Я не понимаю по звуку, откуда он идет. Но, по-моему, этот кто-то ближе. Блядь! Так пошли наверх, сверху посмотрим. Я не понимаю, откуда они идут. Они остановились. Ну, наверное, мы делаем все правильно. Так, давай мы теперь кружочек проведем. Потому что в прошлый раз мы провели треугольничек, в прошлый раз мы провели горы. Теперь давай проведем кружочек. Ага, тридынь. Наверное, это правильно. Тридынь, мне кажется, это хорошо. Тридынь — это правильная работа. Моя работа — геометрические фигуры. Я ничего не умею, я умею только ставить геометрические фигуры. Это все. Так, квадрат мы проводили? Мы квадрат не проводили. Давай проведем квадрат, потому что нужно провести квадрат. Если ты не проведешь квадрат, то будут проблемы. Проводим квадрат. Я слышу, как они что-то говорили. 9, что-то там, 5. Кто-то еще быстрее идет. Какая-то ебака идет все быстрее и быстрее. Я не вижу. Вороны, помогите, а! Оно очень близко сейчас. Вороны улетают. Вороны улетают оттуда, значит, ебака идет оттуда, наверное. Блять, какая же страшная гора. Ебать! Блять, что делать? Блять. Дверь закрыта. Здорово. В чем твоя проблема? Я добрый. Горы исчезли. Весь мир заглючил. Забраться внутрь я больше не могу. Моя работа с квадратиками и кружочками. Она больше ничего не дает. Бля, сука. Еще много людей ко мне идет. Это снова все здоровые. Они не приближаются, они стоят. Или они приближаются? Нет, не приближаются. Давайте для вас поработаю, я программист, я дохуя фотошоп. Не убивайте, пожалуйста, давайте для вас что-нибудь сделаю, серьезно. Да ладно, давай, идите сюда. Вы думаете, то, что я маленький, я вас не ебну? Ладно, я вас не ебну. Хорошо, я понял, я готов на любые ваши приказания.
Вот так вот, наверное, себя чувствуют маленькие люди, когда приходят в баскетбольный клуб. Игра вылетела. Вот это было хорошо. Вот этот хорорец был неплохой. Вот этот хорорец мне понравился. Найс. Надеюсь, тебе понравилась вот эта вот маленькая сборочка. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И пока на этом все. Да? До скорого. Удачи.